Железнодорожные перевозки включат в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от сложной эпидемиологической обстановки. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития транспорта. Глава государства рекомендовал руководителям регионов предусмотреть меры поддержки компаниям, которые заняты в этой отрасли. Кроме того, президент распорядился выделить в этом году до 1 миллиарда рублей на субсидирование транзита контейнеров через Россию. Также Владимир Путин поручил предоставить РЖД 60,5 миллиардов рублей на развитие БАМа и Транссиба.